Привет всем! Вот решил вам показать. Приехал ко мне человек, которому я ставил вот такой электробензонасос. Видео есть прошлое по нему, много видео. Говорит, воняет бензином, потек бензонасос. Думаю, новости. Ну все бывает, Китай. Давай я выяснять, полез туда. Да, бензонасос мокрый внизу. Полностью внизу мокрый. Снял я его, начал осматривать. Оказалось, что вот такой так называемый фильтр. Сам насос в порядке. Вот такой так называемый фильтр идет в комплекте. В этом месте вот. В этом месте он завальцован. Вот эта часть. И это просто вот идет завальцовка. Вот. Ближе покажу вам. Я уже пытался, ковырял здесь. И вот из-под этой завальцовки начало течь. Я думал, может здесь резьба или закручивается оно. Нет, просто завальцовано все. Решил я не испытывать судьбу. Ни свою, ни человека. Просто взял вот такой вот штуцер. И вкручу на место того фильтра. Вот так будет. Резьба тут идет под конус. Намотаю немного фум-ленты. Все будет держать. И будет надежней. По поводу того, фильтрует этот фильтр, как и что. Хотел я его сразу разрезать, может позже это сделаю. Там внутри стоит обычная сеточка. Понятно, что крупные частицы она ловит, но я думаю, фильтр пластиковый, который стоит перед насосом, обычный стандартный бензофильтр, справится с этой работой. Ну так, я думаю, оставлять нельзя. Завальцовка. В любой момент опять может потечь. Что есть пожароопасно. Поэтому в нашем случае будет выглядеть все вот так. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки, кому не понравилось. До встречи.